В Западно-Казахстанской области продолжаются ежегодные военные учения. В рамках специально организованной полевой операции проверялась боевая готовность солдат, стоящих на защите страны. Об особенностях подготовки бойцов расскажем в следующем материале. В ежегодном военном учебно-тренировочном сборе участвуют 85 бойцов. Ранее эти солдаты проходили срочную службу, и теперь они призваны на 10-дневные сборы, чтобы получить опыт и проявить себя в сложной операции. Учение проходит с участием бойцов Акжаикского района. За эти 10 дней с ними проведены занятия по огневой подготовке, физической, военной топографии. Также прошли курсы обучения борьбы с дронами в реалиях современной войны. По опыту видно, что борьба с дронами и беспилотными летательными аппаратами выходит на новый уровень, поэтому военнослужащих мы обучаем этим методикам борьбы. По сценарию операции незаконные вооруженные формирования совершают атаку с целью захвата стратегически важных объектов города Уральск. В ходе защиты объекта произошел сильный взрыв, в результате которого был ранен рядовой. Скорая помощь и пожарная бригада немедленно прибыли на место происшествия. Для дополнительной помощи был отправлен вертолет с солдатами. Они с помощью парашютов приземлились на землю. В конце операции наши военные захватили противника и одержали победу. Участники отмечают, что благодаря сборам узнали много нового. Я не жалею, что приехал сюда на сборы. Видели новые техники, новейшие сейчас командование, все практику себе освоил хорошую. Я сам с Жангалинского района, преподавателем начальной военной подготовки. Уже 4-й год работаю. Все хорошо. Командованием спасибо. Все вот это организовали. Отметим, гражданам, принявшим участие в 10-дневных военно-тренировочных сборах, будет возмещена заработная плата в соответствии с занимаемой должностью.